Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манухара Ванча Калпатару Вашчаки Пасинду Бевачу Патитанан Павуни Бхавишна Вибхьо Намо Нама Муканкароти Бача Ланг Пангум Ланг Хайта Гирин Ятки Патам Ханг Ванди Парамананду Мадва Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунча Ива Наруттама Девинг Сарасватинг Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрасу Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхабхагна Бхавишта Духам Тихтас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панутупалю Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чарнар Виндам Ядпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Камапикабхавадушива Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Катакипан Караса Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Рам. Аджану ламбита бхужо канука бодат, санкиртанай капитаро камала ютакшу, вишамбару дижабару югадхарма пало, банде жагат прия кару, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану ламбита бхужо канука бодату. Санкиртанай капитаро камала ютакшу Вишамбару дижабару югадхарма пало Банде жагат прия кару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангамада Пахарам
Varanasi Purapati Bhajavi Sanatham Vagisha Jusho Badani Lakshmi Jasacha Bhakshasi Jasyaste Sambhi Tvam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Nayatro Vaikuntha Katha Sudhapada Na Sadhavaha Bhagavataha Stadasraya Na Yatro Yogyesa Makha Mahatsava Suresho Loko Opi Navaisa Sebhatam Na Yatro Vaikuntha Katha Sudhapada Na Yatro Nayatra Vaikuntha Katha Sadhapaga Na Sadhavaha Bhagavataha Stadasraya Nayatra Yogyesa Makha Mahatsava Suresha Loko Opi Na Vaisa Sebhutam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Raka Prabhupada Гауди Гоштипати Шишла Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что обусловления души очень малы. И для обусловления души обрести связь с Вайкунтха Джагатом, с миром Вайкунтхи нет возможности. Ну, может и есть, но очень-очень мало. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Рамахамса Джагадгуру сказал, что малая душа, она не может обрести связь с миром Вайкунтхи. Это практически невозможно, но все же возможно. Бхагаван оставляет за собой право, что мы можем обрести связь с трансцендентным миром. И это зовется Вайкунтха Варта. Трансцендентный звук. Пракрита Шабда Брама Шрила Прабхупад говорит, если мы можем принять прибежище трансцендентного звука в подлинном смысле, когда мы примем прибежище трансцендентного звука, оставив все ложное эго и все остальное, то тогда и только тогда Тринада то тогда мы можем воспевать славу Бхагавана, когда мы сможем развить Тринада Бхава, и мы можем слушать, когда с полным самопреданием. Материальный звук мы можем слушать везде, пытаться понять его. И все же для материального образования мы должны предаться лотосам. Ну, имеется в виду слушать каких-то учителей, профессоров и прочих наставников, а что говорить о трансцендентном мире. Другого пути нет. И вот, не приняв прибежище, у трансцендентного звука никто никогда не может обрести связь с трансцендентным миром. Это невозможно. Бхагаван, он так много организует всего, уже организовал. Вечно Бхагаван организует все. Как садусанга, настоящая садусанга. Бхагаван приходит в форме шастры. Бхагаван приходит в форме саду, гуру и вайшнава, чтобы помочь нам. Он приходит в форме экадыши, джанмаштами, различных тичи, праздников, как Снан-ятра, Чандан-ятра, Радха-ятра и другие ятры.
Вот дама, храмы, все это, чаранамрита, махапрасад, все. Но все же обусловленные души не могут принять, они могут пользоваться преимуществами этого, они заняты майей. И вот что же делает Бхагаван? Он организует так много вещей. Но все же несколько могут ответить позитивно, могут делать так, чтобы Бхагаван был доволен. И вот так или иначе, как прийти в гармонию с Бхагаваном или с трансцендентным миром. Мы очень малы. Бхагаван — Вибху Чайтанья, Ану Чайтанья. И как это возможно? Один нищий, если мы поместим его в дом миллионера, он не сможет понять, что там делать. Вот они, индусы, приезжают на запад и даже не знают, как дверь открыть, надо за ручку потянуть или ручку опустить. А в Индии нет таких автоматических дверей. Они их просто толкнуть с любой стороны, они открываются. На западе там замки какие-то, фиксирующие механизмы. И вот, даже если вот индусы даже таких, таким простым вещам непривычно, что говорить об духовном мире. Там все более возвышено, утонченно и все остальное. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, вот Бхагаван поместил солнце на таком расстоянии от земли, что оно находится в идеальном положении. Здесь идеальная температура для жизни. Если солнце было бы чуть ближе, то оно бы сожгло все. Температура была бы слишком высокая, непригодная для жизни. Если чуть дальше, то наоборот слишком низкая. And from sun god, moon god can also get some light, can reflect. Because what sun god can do, moon god cannot. What moon god can do, sun god can. Amrito, sun god cannot give. Amrito, sun god. You will have to depend upon moon god. You will have to depend upon moon god. Otherwise, not possible. Because moon taking sunlight and going to emit light, and that is called amrita, giving amrita. Солнечный свет, отражающийся от Луны, он дает некую амриту, и благодаря этому лунному свету растут лекарственные травы, все растения благодаря вот этому свету, которые, то есть для здоровства растений солнечного света недостаточно, нужен еще и лунный свет для пущего этого блага. И в Южной Индии, например,
в Картик Пурниму, когда Картик Врата заканчивается, они готовят параману, прекрасную параману, и эту параману потом поставят на крышу, чтобы никакие животные ее не осквернили. И под луной эта парамана стоит, настаивается, и с утра ее раздают. Вот я раньше тоже делал, сейчас времени нету. И таким образом, и с нашей стороны мы должны пытаться сделать лучшее из возможного, но все же не всегда можем, и иногда под именем Бхагаван, Гуру Вайшнава, они не могут помочь нам. Они протягивают нам руку помощи. Если мы не можем принять эту помощь, то что делать? И таким образом, и вот и некоторые спикеры говорят какую-то хрень, говорят, что Гуру Вайшнава, вон Гуру Падма говорит, что если в храме нельзя найти настоящего чистого саду Гуру Вайшнава, то это не мат, а кумат. Ну, кумат как бы. В общем, отхожее место. Если нет саду, то нет харикатхи. Если нет харикатхи, то превращается в какое-то коммерческое заведение. Вот наши матхи, ну, в этом Гопинагаде матхи, там свадьбы проходили, но даже если заплатили денег, все равно в храмах только эти шрадхи проводят свадьбы, как бы не по уставу это. Вот, ну, этому ачарье нечего было сказать, просто опустил голову, и сказать ему было нечего. И почему в наше время недостаток харикатхи? Этот вопрос очень част. Мы выгоняем чистых гуру вайшнавов из храмов, потому что если они там, то они видят, что неправильно там происходит, говорят об этом. И эти обычные, эти, как там, торговцы возмущаются, поскольку храмы в наше время большей частью превратились в какие-то эти коммерческие заведения. Поэтому всех, кто об этом говорит, всячески выгоняют, избегают и не разрешают. Adjustment doesn't mean that's a case where Kesava Kesava Maharaj or Sridhar Goswami can come down to your level.
И вот в храмах нужно следовать высоким стандартам, а не понижать их для самых отсталых. Шридхар Махарадж много раз говорил, что нельзя кого попало в храмы допускать. Но. Но просто приехать. Ну, про Шридхар Махараджа эти храмовые жители говорили, что Шридхар Махарадж ничего не делает, только лекции рассказывает, они тут все делают. Вот, и поэтому слова Шридхар Махараджа о том, что кого попало, нельзя позволять быть на кухне, в алтарной и на Вьясасане, иначе одни проблемы возникнут. А почему? Вот, нужно посмотреть, почему и что случилось с матром Шридхар Махараджа. One pure sadhu Mahabhagavat can come down to your level and whatever you can do, you have no efficacy, no nothing, you can do. That adjustment doesn't mean. Adjustment doesn't try to hear, open your ear. Adjustment doesn't mean whatever you can do, whatever you write, and okay, not that. Adjustment means Guru Vaishnava can excuse you hundreds of times. Guru Vaishnava is sitting there to excuse you hundreds of times, provided you are not doing any deliberate mistake. Guru Vaishnava не могут простить нас, если мы искренне. Guru Vaishnava is there waiting to Guru Vaishnava ждут, чтобы помочь вам. Чтобы помочь вам сотни раз. Они могут простить вас, если вы искренне и не намеренно совершаете те же самые ошибки. With the advice given by Guru Vaishnava. You cannot get adjusted with him so exalted, but still, with his advice you can get. You can try your best to get him. Speaking this way, I'm not go away. Okay, I'll tell you, again you can try. Maharaja, I have done mistakes. So you forget, repeatedly asleep. Okay, go again. So adjustment means Guru Vaishnava ready. И вот Гуру Вайшнава готова простить нас сотни раз, если мы искренне не совершаем намеренных ошибок, и с нашей стороны мы должны следовать наставлениям, данным Гурудевам. Ну, в общем, должны были высокие стандарты привносить в свою жизнь, что мы должны возвыситься до уровня Шрилы Прабхупады или Гурудева, а не опускать их до своего уровня. И вот таким образом мы можем пытаться привести себя в гармонию с Сиддхантой, с Гуру Вайшнавами, с их сердцем. Что такое баджан? Баджан — это Баджан — это искренние усилия,
that central point you should pull, and automatically you can go and coincide with the main center where Bhagavan, Sri Krishna and Guru Vishnu are standing. Then you acquire the success. Ну, успех нашего баджана, когда наши интересы и намерения совпадают с интересами Гурудева, Гурварги и Бхагавана. Я могу привести пример. В Индии есть музыкальный инструмент какой-то с водой. Не знаю, как называется, но Махарадж объясняет. Из горшка состоит полного воды. Там палка. Если его стукнуть, звуки издаются. Джалатаранга. На английском, ну, водяной инструмент. Джалатаранга. И вот если такой инструмент поместить в симметричную комнату и если найти центр этой комнаты, и вот этот джалатарангу, если поместить в центр комнаты и найти того, кто умеет играть на нем. Then you can see that the sound can go, and after that you can find all other water instruments. One water instrument in the middle, and all other water or guitar, whatever you like, you hang in different places. And in the exact in the center point, you play all. В общем, это играть на этом инструменте, на джалатаранге, с одной мелодией вокруг, если поставить другие эти джалатаранги вокруг, то они тоже начинают играть сами по себе. Они переходят в гармонию с этим звуком и тоже начинают вибрировать. И вот какой-то знакомый Махараджа тоже рассказывал, что можно запустить какую-то мелодию, и все остальные вокруг стоящие эти джалатаранги тоже начинают играть. И таким образом, если мы можем, если мы с помощью баджана стремиться к центру всего, к Кришне, к Бхагавану, вот наше сердце должно быть в гармонии с Гурудевом, и тогда мы достигнем успеха. С одной стороны, это сложно, с другой стороны, просто нет ничего сложнее, ничего проще. Единственное, что мы должны сделать, это ставить свое ложное эго. Immediately you can see.
И поэтому мы видели какие-то преданные, когда приходят совершать баджан, они сразу достигают успеха после получения дикши либо очень быстро, а другие могут лет 30, 40, 50, 60 пытаться и не получается. Почему? Поскольку первые самскара были очень хороши, по милости Бхагавана, он быстро достиг успеха. Кто-то может сказать, что они вечные спутники Бхагавана, как Ваман Махарадж, например, как-то возможно. А у других ничего не получилось. Whereas you feel trouble if there is 4 harikatha, 3 harikatha, 4 harikatha, you feel trouble. Oh, so much harikatha. No time actually. We have to go for snanjatra. Here I am going to arrange your body so that I can clean your dirt. You are going there to watch your, how much you address it. With his eyes you can still see urine and stool, nothing else. Вот мы должны видеть все через харикатху, тогда это будет гораздо лучше, чем пытаться видеть что-то материальными глазами. И таким образом Гуру Вайшнава, Бхагаван, они нам возможности предоставляют, но все же мы неправильно, ну, из-за нашей пассивности мы не можем принять то, что нам дают глаза, уши, находят какие-то недостатки, хотя если у нас есть бхакти, то все проблемы, они автоматически решаются. No problem, because bhakti coming. But if bhakti is there, all solution can come. Если у нас есть бхакти, преданность, то все решится само собой. No bhakti. Если нет бхакти, то нет решений. И вот сегодня так много праздников. Чандан-ятра, Снан-ятра, Ратха-ятра. Так много ятр организовано самим Джаганатхом. И вот имя Джаганатх само может показать, кто он, Джагат. Джагат плюс Натх. Джагат плюс Натх. Властелин Вселенной. Бхагаван приходит сам в форме Матсаватара, Палтус, Бо. Он приходит в разных аватарах, в форме разных аватаров, чтобы помочь нам. У него только одна цель, никаких дел, кроме помощи душам, у него нет. Какое-то общество может иметь какие-то коммерческие интересы к вам, пытаться обмануть сладкими словами. Can speak about business, money. Each and every drop you take out, and within that drop of blood, if you make analysis, every particle there, blood tissue, red blood corpuscles, white blood corpuscles, all speaking, money. Sweeter than honey. I am not speaking any story. If you like to see, you can go and check out. So not a
Бхакти — это не шутки, и не могу обманывать вас. Когда и как мы можем обрести бхакти, великое сокровище? Снан-ятра — это омовение Бхагавана. Когда она началась, мы не знаем, с незапамятных времен. Свайамбхува Ману, Свайамбхува Брахма — это было указание Бхагавана, первое указание. Свайамбхува Ману начал такой праздник, как Свайамбхува Ману, Бхагаван сказал: «Я явился в этот день, в эти титхи». На бенгальском, в соответствии с бенгальским календарем, это Яштима Вайшак ушел, Джасти Пурнима. Яшти Пурнима. Асад, Сабан, Хардва, Асин, Вайшак, Джасти Пурнима. Это Джасти Пурнима. Джагнат сказал: «Я в этот день явился в форме Джагнатха». Это долгая история. Джагнат сказал, что это тот самый день, когда явился. На самом деле храм Джагнатха, он исчез куда-то, пропал. Ну, под песком оказался, как царь Индрадюмна его лошадь застряла. И вот он пришел, увидел какая-то там чакра, и вот откопали, увидели там старый храм. Это долгая история с Сатья-юги еще. Даже с необычной Сатья-юга, своим Бхавом Ману Сатья-юга, Бхагаван, он дал указание своим Бхаву Ману: «Я явился в этот конкретный день, и мы должны, ты должен организовать». И вот Свайамбхува Ману, после того, как совершил огромную ягу и все остальное, и в тот день Джагнат явился, и он сказал, что нужно организовать омовение Джагнатха, Баладева и Субхадры вместе с Сударшаной, которого не отлично от Бхагавана, вместе с Брахмой. Также Брахма тоже там, хотя обычно Брахме мы не поклоняемся одному. Проклятие есть такое, что никто не поклоняется Брахме одному. Брахме мы можем поклоняться, когда Шанкар, Брахма, Вишну, Махешвара, три вместе, вот им можно троим поклоняться. Одному Брахме нету правил никаких для поклонения Брахме одному. Кто-то проклял его. Поэтому Брахме как таковому не поклоняется. И вот Джагнат. И вот это в этот конкретный день Джагнат дал наставление, что ты должен взять меня из храма на особый алтарь. Там, в этом, ну, в общем, соорудить алтарь для омовения и там омывать. И вот таким образом Джагнат, Баладев, Субхадра, Сударшан пошли, ну, их установили на этот особый алтарь для омовения, имеется в виду, там говорится, что все полубоги,
Они пришли с особыми горшками из водой Акаш Ганги. И вот они все пришли, чтобы посмотреть на эти благоприятные омовения Джаганатха. Мы не можем видеть. Все занято, и Джаганатх, он был на таком высоком алтаре, что издалека можно видеть было. И вот в нашем Свайамбхува Ману он организовал алтарь. На этот алтарь он в процессе времени, он, как сказать, не то, что исчезло. Ну, в общем, времени много прошло, ничего не осталось от него. Махарадж в прошлой Харикатхе говорил, если мы по-настоящему чистый саду, то можем видеть все, что все меняется. Даже внутри нашего тела метаболизм происходит, наше тело, оно меняется со временем. Не то, что со временем, а каждый день меняется. Когда мы спим, и клетки какие-то отмирают, какие-то появляются. Хотя мы спим и... Ну, спим и спим. Но... Если тело перестает обновляться, значит, проблемы какие-то. И вот все полубоги приходят, пришли, чтобы посмотреть на омовение Джаганатха. И вот Джаганатха говорит, в предыдущий день был особый день, и Пурнима был сегодня. Ну, чем Пурнима кончилась, вчера была весь день, сегодня где-то с 8-8.30 начиналось, а вот до сегодняшнего дня, сегодня утром, часов 8 она кончилась. Но все же мы должны соблюдать снаньятру сегодня. И вчера был особый день, Адхивас-титхи, предваряющий день, Джаганат говорит, предыдущий день. Мы должны... Джаганат, он очень тяжел. Иногда даже слоны не могут его потянуть. Если Джаганат хочет, то уже легко его переместить. И вот Джаганат сказал, что вы должны взять нас осторожно, поместить на тот алтарь для омовения. В своей жизни один раз только по милости Гаупад Падме я видел снаньятру. Джаганат вот недалеко был. Я находился. Ну, в общем, так получилось. Денег у меня на билеты не было для зрителей. Ну, так получилось, что... Оказался я прямо перед, перед вот этой снаньятрой и мог созерцать вблизи омовение Джаганатха. И вот Джаганат Баларам Субхадра их принесли, я вот смотрел. Пробраться было сложно, я вспомнил Гаупад Падму, и какой-то
Этот охранник зазевался, я мимо проскочил. И вот они организовали купу, такую емкость, куда призвали все святые реки Гангу, Ямуну, Сарасвати, Синду, Кавери. А колодец, точнее, вот, в общем, там организовали какой-то колодец со всей святой водой, с Радхакундой, Акунды, всех и со всеми остальными святыми водами. И вот этот колодец, где Джагга Бади, алтарь Яги. И там эти панды, брахманы находятся. In the southward direction, if you go, there is one well, nice, still today. From there, Pandas, they are collecting water from very, because Seva divided, some Panda busy with collecting water in golden features, 108 features, golden, all putting Chandan, nice sand, all everything, Agaru. And there all Jagannath, Balaji, Subhadra, Sudarshan are being taken, they are being taken to the altar. In the meantime, already flower, foods, everything, all nice, you know, decoration all around. Follow. Our Indra-Dhumna Raja, и наш царь Индрадюмна, он также организовал какой-то алтарь. Но тоже что случилось и после этого, другой царь, Ананга Бхим, очень могущественный этот царь. И вот Ананга Бхим какой-то алтарь еще построил. И вот в истории говорится, что во время Ананга Бхима все построили. Ну вот, вот этот храм Джагнаха и все вокруг. То ли построили, то и реконструировали. И вот Джагнат Баладев и Субхадра поместили их на свое место. И там есть три вида брахманов. Вайдик брахманы, Рари брахманы и еще Баранда брахманы. По качествам они отличаются. Бунда в Гусе Махарадж Баранда Браман был. И вот они собрались вместе, и это наставление Джаганатха в том, что с сегодняшнего дня до Ратха Ятры я возвращаюсь. И я хочу принять служение от Дайта Панд. Это долгая история. Двидьяпати, он мог обнаружить Джаганатха.
Нила Мадхав, он изначально Джаганнат. Я отправился туда, в Маханаде, на берегу этого холма. Ну, лет 25 назад меня преданные взяли, я с ними поехал. И вот на берегу Маханади, Видьяпати обнаружил по желанию Бхагавана. Это долгая история. В день Джаганнатха Ятры я расскажу. И Видьяпати, он был, женился на двух женах, одной из низкой касты и другой из браманской касты, из от браманши. Это было желание Джаганнатха, и поэтому он женился на ней. И его потомки сейчас, как эти Джаганнатх-панды, служат Джаганнатху, кто-то готовит, кто-то еще что-то делает. Я познакомился с кем-то, но они там повара у Джаганнатха. И вот они разные служения совершают, и в соответствии с этим и вот эти браманы, потому эти дайта панды есть, они черные, все в золоте. Если там взять их золото взвесить, много килограмм будет, и вот они постоянно носят это золото и служат в это время. Это особые панды, которые могут прикасаться к Джаганнатху, по его указанию другим нельзя. И вот они вот этим занимаются, что омывают Джаганнатха. И Паханди, эти панды, когда берут Джаганнатха с алтаря, особая система, ну там по ступенькам они на одну колонну, вторую, третью. А ну, в общем, тяжело Джаганнат его, чтобы наверх занести целую историю. In that case, it is written, those who are staying in heavenly planets, they are thinking, the Jagannath looking at us, I mean, Jagannath like to come here in our heaven. That's why looking at us this way. After that, Snan Yatra, and I am going to cut short because so many topics are there, no time to run, go shower, immediately. So there, Pavaman Sutra, there is some Shukta, Vedic mantra, but they are purifying word all, you know, taking bath. After that, Jagannath discovered human leela, like fever. Oh, after taking so much bath, Jagannath fever, devil. Then return special Ayurvedic medicine, rasa, under their picking, and give pachan, it's called pachan. I took part pachan inside them. Follow. Потом еще какой-то напиток пачан раздают. А потом после снаньятры лила болезни у Джаганнатха начинается, лила простуды, но заодно его перекрашивают. Поскольку после такого обильного омовения краска вся трескается, слазит,
И вот в процессе этого заодно его красят. В Чайтанья Чаритамрите написано, еще Нетроцов есть, когда Джаганат после 15 дней разлуки выходит, это Махапрабху являет лилу разлуки, отправляется в Лаланд, поскольку Джаганатх не дал ему даршан, и он сам Джаганатх, но... И вот таким образом Махапрабху утром Нетроцов наступает, и все преданы вместе с процессе Санкиртана идут смотреть, получать даршан Джаганатха. Нетроцов — праздник для глаз, буквально есть совершать киртан весь день. И во время этого периода Дайта Панды они служат, когда Джаганатха возвращается назад в свой алтарь, до тех пор эти Дайта Панды ему служат во время Радхи, чтобы Джаганатха в Сундарачал перенести, перевести, это обязанность этих панд. И много раз случалось так, Читана Джагарун Махарадж книгу опубликовал и отправил каких-то преданных. Я, чтобы эту книгу отдали пандам, чтобы они предложили эту книгу лотосным стопам Джаганатха. Ну, в общем, там что-то не получилось, а Махарадж сам поехал в Пури, подошел к колеснице как-то, эту книгу передал панде, чтобы ее предложили лотосным стопам Джаганатха. И вот Снан-ятра после... И вот Бхагаван. И вот сегодня особый день ухода Мукунда Датты. Он лучший слуг, кого-то не расслышал. Бхагаван слушал, Акки Киртана пел. День и ночь Бхагаван слушал Киртана Мукунды. И особая лила была. Махапрабху объяснил его Бхагават Сварупу, особо Бхагаван. Обычно Бхагаван сочетание Махапрабху выражает настроение преданного. Иногда выражает Ишвару, настроение Ишвары. Особый случай, но в то время Махапрабху, когда он вернулся в обычное положение, иногда он выражал настроение Шримати Радхарани или гопики, гопи, иногда Кришна, иногда Рада Бхаву большую часть времени, когда он принял саньясу, гопи Бхаву и гопи также, иногда Саки Бхаву, Манджари Бхаву. В один день я могу рассказать, но мы должны стать достойными. Махапрабху иногда Манджари Бхаву проявляет, Саки Бхаву, иногда Рада Бхаву. И так или иначе, иногда Махапрабху в Навадвип Лиле проявляет Ишвар Бхаву. Он проливает милость на всех. И каждый, все говорят, о Махапрабху, даруйте милость Мукунде. Нет. Почему? Он, когда идет в различные места, он пытается со всеми приспособиться. Если идет каким-то сахаджием, к ним приспосабливает. Это мерзко выглядит. Когда к чистым преданным приходит, тоже к ним приспосабливается. И поэтому таким этим, которым все и сразу, милость не дам.
Вот Мукунда милости не обрел, и все начали говорить, что Мукунда ваш севак, нет, не добил милости. Только через 100 коров, сколько там, 100, ну, много лет, 1 коров, это 10 миллионов, это 100 раз по 10 миллионов. И вот ему, или Ванко, ну да, через 10 миллионов лет только милость обретет. И когда Мукунде сказали, тот был необычайно рад. И Махапрабху спросил, что такое, откуда такие крики, откуда столько радости. Ну вот мы сказали ему, что вы пообещали ему, что через 10 миллионов лет он обретет милость. И вот он необычайно рад этому. Он, сколько веры у него в меня, приведите его. И Махапрабху сказал, что 10 миллионов лет прошло, и поэтому готов дать тебе свою милость. И вот все возможно для Бхагавана. Бхагаван, он может тысячи юг в часть секунды привести, или тысячи, ну, в общем, время, время, пространство и материя, все под руководством Бхагавана. И поэтому время может как сжаться, так и расшириться. И Мукунда танцевал от радости, и Махапрабху сказал, что вот 10 миллионов лет прошло благодаря твоей крепкой вере в меня. На самом деле, когда Бхагаван явился, даже преданные не могли понять его, как Мадхавинда Парипад. Много раз Бхагаван приходил с горшком молока. Я кто-то, я вот тут с деревни, вот молока тебе послали, как ты знаешь, что я почувствую. Ну, вот Матаджи тут мимо проходили в Говиндакунде, омывались, сказали, что тут какой-то баба давно не ест. Поэтому вот, вот принесли тебе молока, как я знаю, не знаю, где вы живете, вот в соседней деревне. Мадхавинда Парипад думал, что он очень красив, все мои органы чувств. И может, он прекрасен, и в общем, он пил молоко, и... В общем, Мадхавинда Парипад выпил это молоко, и Кришна Бхагаван явился во сне и сказал: «Я пошел к тебе с молоком, ты не узнал меня, ты пришел, да, я...» И вот даже Мадхавинда Парипад, он не смог узнать Бхагавана, не смог понять, кто пришел к нему. Сиддхар Пандит, Махапрабху, он каждый день игрался. Махапрабху, он ходил на рынок, получал, покупал сабжи. Махапрабху очень любил банановые цветы, но их зачистить очень сложно, нужно как каких-то специальных людей, чтобы этим занимались. Но слишком время затрат на это. И вот Махапрабху отправился на рынок и купил шидар, сколько стоит. Ну, торговаться начал с этого шидара. Он торговал столько, нет, давай за полцены. Нет, полцены слишком мало, давай полностью. И вот они торговались. И вот тот сказал: зачем мне столько денег, как зачем мне тут Ганге поклоняюсь этими деньгами. Ну, он там немножко зарабатывал, поклонялся на поклонение Ганге, больше часть денег тратил. А Махапрабху сказал, что я сам повелитель Ганге. А ты, он сказал, ты сын Брамана, как ты можешь так заявлять, как тебе не стыдно.
Мы должны поклоняться Ганге. Но еще Махапрабху сказал, что я привык у тебя покупать, поэтому буду покупать. Махапрабху, когда явил Бхагават Бабу, он сказал, что позовите Шридхара, и вот позвали Шридхара. И вот Шридхар пришел и увидел, что о, Прабху, Сидхара, можно вспомнить. И вот Сидхар, увидев такую форму Бхагавана, Махапрабху в форме Бхагавана, он припал к его стопам. И Махапрабху даровал ему свою милость. Он получил полную милость Махапрабху. Видеть, что это тот самый, этот сам Бхагаван. И вот времени мало, мы заканчиваем и ну, в следующий раз Махарадж продолжит. Наятро йогеша макха махотсава суреша локо упи навайша севдан. Even it is heaven, even if you like to take me in heaven, if there is no Prabhupada, no Bhaktivinoda Thakur, cannot go. No Harikatha nothing. If there is no pure sadhu, I cannot go. You can give me so much facility, AC, DC, this, that, so I cannot go. You can test me. I cannot go. Whatever facility. And when there is no different kind of festival like you know, Snan Yatra, Charman Yatra, Radhya, I cannot go. So, Najatra Vaikuntha Katha Sudha Bhaga, Na Sadhavaha Bhagavataha Padasraya, and Najatra Yogyesha Makha Mahatsava, Suresha Lokupi, Na Vaisha Sevodam. That place should not be served. Ванча-патта-пруши-патта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 -